Хей-йоу, ребята, всем привет! С вами, как всегда, профессионал енот и Нубик. Поздоровайся! Всем привет, ребята! Сегодня мы с Нубиком хотели посражаться на арене. Все было хорошо, но потом пошел какой-то непонятный зеленый дождь. Ага. Вроде как и не кислота, но явно под ним стоять не особо хочется, но выбора у нас, походу, нет ну с тобой. Да, выбора у нас с тобой вообще нету, судя по всему. И есть одна очень-таки неприятная новость. Из-за этого дождя, походу, обычные монстры из Майнкрафта мутировали и превратились вот такого крипера-мутанта. Ох ты, ё-моё! В зомби-мутанта и в эндермена-мутанта. Вот такие вот они гигантские теперь, страшные. И, кстати, я не знаю, как мы будем с ними справляться, потому что, чтобы с ними справиться, нужно будет довольно крутое вооружение и снаряжение такие иметь. Ну, наверное, нам нужно попытаться на него насобирать. Вот, и, наверное, как вы уже поняли, господа, сегодня у нас будет арена с растением, собственно говоря, которые тоже некоторые мутировали. У нас есть арбуза-пульта и вот такой вот бомбострел. Сегодня мы их обязательно купим. У нас здесь есть вот такие вот грядки, на которые мы будем садить наши растения, вот. И они будут нам помогать. А наша задача будет их защищать и, возможно, тоже чем-то отбиваться, если мы, конечно, будем покупать оружие. Ну вот. Да. Ну, наверное, на этом все. Как бы можете лайк поставить, на канал подписаться. И будем дождаться первой волны, ребятушки. Я думаю, она уже вот-вот будет, скорее всего. Кстати, у меня осталось 38 уровней, а вон и волна, смотри. Новогодние зомби. Интересно, они могут мутировать сразу вот на ходу, не а? Не знаю, не знаю. Не, наверное, мне кажется, нужно какое-то время, чтобы они начали мутировать. Так, ну-ка, получай, получай, получай. Это значит, что у меня что-то с прокачки осталось? Нет, с прокачки у меня ничего не осталось. Так, ну ладно, у меня есть просто 38 уровней, которые можно зачаровать. Меч можно зачаровать? Ну, не знаю, да, наверное. Для начала нужно выбить хоть какие-то ресурсы и посмотреть, на что нам хватит. Там продаются маленькие горохострелы за 5 гнилой плоти. И это было бы очень здорово, если бы парочку штук ну заимели. Да. Так, я думаю, ну-ка, они бы нам помогли чуть-чуть. На первой линии обороны вообще, мне кажется, было бы замечательно. Так, оп, есть, попали, но поэтому попали. У нас ничего нету, поэтому... Нет, есть ну как бы... пока. У тебя нема нагрудника, да? Нет, пока у меня ничего. Слушай, ну нам, ну как бы, если по-хорошему, вот 4 нагрудника, и тогда мы сможем купить сразу какое-то крутое растение. Либо этот, бомбострел, либо арбузопульту. Ну вот. Да, но это если, блин, 4 аж. Ну да, такое, типа, как бы я даже не знаю. Накопим мы столько за первую волну или нет? Ну за вторую точно, по идее, должны выбить, правильно? Ну да, так, за вторую ну-ка, точно, наверное. Оп, есть. Зажимаем, зажимаем так, вот этого ну-ка, зомбя. Так, ну-ка, пойдем со мной. Не, нифига вообще не выпадает, у меня кусок мяса только, прикинь. У меня 3 плоти обычных. А нагрудника нету? Пока нет. Нубик, давай иди сюда, вот это твой, а я буду гасить вот этого в синей майке. Ой-ой-ой, подожди, спасибо. Он случайно. Да, да что блин! Ты делаешь? В другую сторону толкай его, так, ну-ка, оп. Оп, вот так вот добиваю. И, ну сколько там у тебя еще здоровья? Сырый желучий. Какой жирный. Капец, да. Там нифига не выпало, походу, да? У нас да? Все плохо. Да уж, 4 нам даже на обычный горохострел не хватает. Это просто какая-то жесть. Да, это ладно. Неприятность. Давай купим тогда 2 деревянных меча. Возьмем поесть немножечко, потому да, что да, сытость давай. Тратится. Вот, и, наверное, на этом все, потому что больше нам ни на что не хватает. Предлагаю зачаровать давай. Мечи попробовать. Держи, сытость давай, тебе. Давай. Вот. Сейчас зачаруемся. Поможешь мне зачарить? Давай, зачарую. Выкидывай держи. Мечик, сейчас зачарую и посмотрим, что выпадет. Че, на 4-й уровень чаруем, да? Легендарный. Кстати, Нубик, он мне сразу выпал здесь, ё-моё. Ну-ка, давай, поехали. Опа! Что это такое? Ого! Нубик, я не знаю, что это такое. Какой-то разрушитель заклинаний, я не знаю, что такое не было, не было такого. Так, ну-ка поехали еще на 4-й уровень. Где мой меч? Небесная кара 1. Да вон он валяется, вот он. А, о. У меня небесная кара 1, а у тебя какой-то разрушитель заклинаний. Нифига себе нам зачарования выпали, да? Да, блин, ничего. Такое, странно. Что-то непонятное. Ладно, ждем тогда следующую волну зомби. И надеюсь, в этот раз нам повезет больше немножечко, потому что у нас все вообще максимально печально по нагрудникам. Пока никого не вижу. Ну да, это так. Прям вообще все плохо. О, а вот и уже идут. Дождь этот, господи, он просто вообще такой зеленющий, прям как, так, не знаю, а как трава давай, какая-то. Давай. Ну-ка, ну а, оп. Такое ощущение, как будто реально какая-то кислота капает с неба, но нет, она не обжигает, вроде как обычная вода, но просто в ней какие-то... Вроде закончилось, развиднилось, так, хорошо. Но я думаю, через пару волн он все равно начнется ну еще, да, потому скорее что всего. Он идет уже целый день. Так, ну-ка, на, получай. Я выбил один нагрудник. Да, я вижу.
Выбиваем еще. Нам нужно... Блин, меч сломался почти. Так, сейчас критическими атаками будем... О, я ж могу прокачать еще атаку. Ё-моё, точно. Так, поехали. Давай еще прокачиваем. Все, на 65% больше урона наношу. Это здорово. Так, еще бы вещей выпадало. О, второй нагрудник. Хорошо. Так, опа. Так, поехали со мной. Ничего не выпало, да? Так, что у нас тут? Смотрим сейчас по итогу. Сейчас я все пособираю. У тебя есть еще нагрудники, лежит? А? Да, есть. Сейчас, подожди, я тут все... А, вроде все собрали уже, да? Так, да, все собрали, нигде больше ничего не валяется. Пойдем, ну-ка. Сейчас я тебе буду скидывать. Так, ты что-то там темнишь. У тебя есть нагрудники, да? А есть у меня, есть, держи. Вот, раз, два, три, четыре. Пять, шесть. И вот нифига это себе. Вот все. Да, вторая волна нас не пожалела. Ну, кстати, да, такой нормальный. Я еще один нагрудник напялил на себя. Так, меняем все на плоть. У нас есть 37. Нифига себе. Это хорошо. Хорошо. Че, предлагаю тогда сразу грядки наши делать? Давай. Хотя, возьмем. Бомбострел 20 стоит, арбуза пульта 15, а обычный горохострел 5. Давай самый дорогой. Самый дорогой, давай, да, берем. Один. Посмотрим, что он из себя представляет вообще. И возьмем тогда себе эти мачете, что ли, вот эти, которые да, по 7. Да, то у меня почти уже сломался меч, кстати. То у нас печальненько все по оружию. Вот так вот, все, держим, мачете не чаруются, да? И да нет, мачете не чаруются. Вот, еда у нас пока есть, все у нас вроде есть, все устраивает, поэтому ждем третью волну. Идем сейчас поставим сразу нашего бомбострела вот да, куда-нибудь. Да, давай, посмотрим. Так, давай, наверное, будем ставить их вот здесь, на ну второй, давай вот на здесь, второй да, грядке. Давай пока на второй, на да. На второй, где-нибудь в центре, наверное, сразу в центре, поставим. Да, да, да. Вот сюда, вот так вот. О, ничего неплохо. Себе. Вот это какая, с бомбой, блин, ничего себе, желтый такой, с красной ножкой. Хорошо, ладно. Так, посмотрим, что зомби. Он из себя представляет. Да, действительно, посмотрим, что он будет из себя представлять. Совсем скоро уже третья волна у нас пойдет. А вот она, вот она. Бомбострел, опа, ну-ка, смотрим, что делать будет, Так, ух ты, нифига себе, это что? Это бомбы, Нубик, это бомбы. Офигеть. Нифига себе. Ого, вот это растение. Нифига, вот это мутировало. Ух ты, ё-моё, он всю волну уже завалил, что ли? Да походу. Кого? Смотри, он просто сверху накидывает бомбу. Ничего это было. Капец, это какая-то имба, прямо это здорово. Нифига себе, так, ладно, давай, может, еще следующую волну тогда сразу подождем. Ну, если давай, у нас такое быть, тогда она будет. Мощное растение. Ребята, нифига себе, вы видели, что сейчас было? Это просто полный... Вон, пошли, это просто ну-ка. Полный разнос. Давай, закидывай. Опа, пошел. Бам-бам-бам-бам. Ты это видишь тоже, Нубик? Капец! Ля он с ними как справляется! Это вообще, по-моему, одно из самых сильных растений, которое мы когда-либо видели. Ёлки-палки, ничего себе! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вообще он, блин! Только опыта, кстати, с них никак не падает, поэтому... Да зачем нам этот опыт? Ты посмотри, он делает всю работу за нас, Нубик! Офигеть! Да ну, блин, капец! Офигеть! Все, он прошел уже четвертую волну, ты понимаешь? Капец! Мы можем, наверное, сразу и пятую, и шестую проходить с таким одним, блин, этим не бомбострелом. Знаю. А по ходу дела, да, вот это прикольно. Офигеть! Вот это ничего себе! Это прям это было очень жестко. Так, ну-ка забираем. Смотри, так, выкидывай. Хорошо, у нас нагрудников здесь прям приличное количество. Идем сюда, меняем все на гнилую плоть. Давай еще что ли купим растения, а? Давай того второго попробуем. Интересно посмотреть, что он там. Сейчас, погоди, сейчас возьмем, значит, так, давай я как-нибудь вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9 и 10. Вот, смотри, я купил 10 горохострелов. Держи, иди поставь их. Так, давай. Вот так. Их ставь, понял, на вот этой, на самой первой линии, которая ближе к центру. Вот здесь, ставь, первая линия обороны, вот так вот возле центра ставь их. О, хорошо. Сейчас я куплю, арбуза стрелов этих. Ну-ка, арбуза пульты, вернее. Так, берем раз, два, три, четыре арбуза пульты и еще два вот этих бомбострела. Офигеть, слышишь, вот это они разносят. Я не знаю, надо нам было мачете покупать или не надо с такими... Блин, ну да, кстати, тут вопрос. С такими, блин, это офигеть просто можно. Так, это арбузопульты, это бомбострелы. Давай арбузопульты поставим где-нибудь сзади. Ого, вот это он огромный. Так, ну-ка давай вот сюда куда-нибудь воткнем еще одного. Офигеть, слышишь, они нереальных размеров просто. Да-да, в два раза, блин, больше, чем мы.
Так, втыкаем сюда и вот сюда еще 4. Ух ты, блин, они реально офигеть каких размеров. 3 блока высотой или даже 4. Ого. Берем 2 бомбострела. Так, и закидываем их куда-то вот сюда одного и вот сюда второго. Вот так вот, ребята, у нас уже довольно-таки неплохих размеров армия получается, растений. И они справляются с зомби очень круто. Посмотрим, ну, как будет стрелять сейчас арбуза пульта вот это вот. Мне кажется, с такой армией мы можем далеко пойти. Ждем тогда, что, 5-ю волну, да? Ну да, ждем 5-ю волну. Ждем 5-ю волну, друзья, и будем продолжать дальше сражаться на арене. Мне даже особо не верится, что мы только вот как бы начали, а уже на 5-й, и вон уже идет, смотри, 5-я волна. Оп, горохострелы, ну-ка, горохострелы, пошли уничтожать. И бомбы, и арбузы летят, ребята, смотрите, ничего себе. Вот это, ты посмотри, что происходит там, нубик. Зомби даже выйти не могут. Вот это жесть. Что этот дождь натворил с растениями, это просто полнейший атас какой-то, нифига себе, сколько бомб, это просто дождь из бомб теперь у нас тут. Капец, реально, блин, дождь из бомб. Надо только ходить и собирать ресурсы, еще дождь пошел. Офигенно, просто круто, я даже не думал, что такие растения могут вырасти. Смотри, как арбузы летят, это просто жесть какая-то. Как они с ними справляются, вообще легкая. Так, предлагаю купить, короче, эти, броню. Вот, да. И этот, оружие тоже себе прикупить какое-то, чтобы было на всякий случай, и можно было потом с этим оружием нападать на... Ой-ой-ой-ой-ой, блин, чуть аккуратно, на меня не напал. Ты чё, аккуратно. Эндермен ко мне подбежал сюда, этот мутировавший. Они ж тоже не спят, не забывай. Так, ладно, хорошо, я тогда пока не буду туда идти, без оружия и без брони уж точно. Ну-ка, скоро пойдем собирать, я думаю, волна, по идее, должна быть настолько длинной. Так. Арбузы летают, бомбы свистят, взрываются, тут вообще горохи летают. Просто полнейшая вакханалия происходит. Давайте, я тоже хочу чуть подраться. Заканчивается, я погнал собирать, здесь просто нереальнейшее количество всего, ёлы-палы. Так, оп, все, у меня полный инвентарь. Я погнал на обмен. Вот, это просто офигеть, друзья. Если вам нравятся эти растения, обязательно напишите об этом в комментариях. Потому что, ну это просто полный разнос. Вот серьезно, максимальный разнос. Так, что там у нас? Наверное, зря это все обменял сюда. Давай, нубик, собирай, там тоже бегай. Иду, бегу тебе все сбрасывать, держи. Давай. Так, оп, я сюда сейчас вот эту тему обменяю. Раз, два, три, четыре, пять. Все это дело мы сюда идем менять. Так. Так, я дальше побежал. Давай, хорошо. Так, мясо, я думаю, можно сюда отправить. В топку его просто. Берем, короче, вот эту тему. Раз. И здесь еще 4 штучки. Все, готово. Ага, это у нас так, даже лишнее. Все. Я купил, короче, броню нам. Так. Уже купил сюда. Броню? Да, уже купил броню, хорошо, короче. А я тебе несу еще тут кое-что. Ой-ой-ой-ой-ой, еще партия нагрудников, капец, да, ты мне решил загрузить. Небольшая. Загрузить просто по полной программе. Так, это сюда мы отправляем. Меняем. Берем нагрудники, берем штаны, вот такие вот усиленные, и, конечно же, сапоги. Мясо? Не надо. Ну так, ладно. Что мы еще берем? Меч можно выкинуть вот туда, в принципе, он нам не нужен больше. И так, кожу оставшуюся можно обменять тоже на гнилую плоть. Она нам, по идее, не должна пригодиться. Так, держи, это твое. Раз, два, три, четыре. Давай, это мое, забираем. Так, давай еще куда-нибудь туда. Оп, стопку туда отправляем меч. Так. Идем сюда. Так, капец, как-то стемнело вообще, нифига себе. Да. Берем здесь по 10 вот таких вот фигурин нам. Так, это батарейки у нас, если что, для брони. Держи тебе. Давай. Раз. Оп, закинул, хорошо. Дальше, что у нас есть по оружию? Мы можем купить уже оружие, наверное. Давай возьмем, что будем брать? Лазеры? Давай лазеры возьмем. Вот это будет класс. Берем лазеры, короче, и по 32 обоймы каждому. Я думаю, этого может вполне хватить, чтобы расправиться со всеми боссами на этой арене. Давай. Так, я бы еще не отказался от парочки золотых яблок. Ну-ка, 5 штучек нам хватит взять. Патроны тебе ты там 3... не скинул, а оружие? Скинул, а оружие не скинул, точно. Так, давай. Держи тебе оружие. Что еще мы можем купить здесь? Так, у нас есть стимуляторы, я думаю, 6 штук точно должно хватить, держи тебе еще. Все, мы в принципе к боссу готовы, но нам нужно пройти еще несколько волн, чтобы мы смогли попасть вот сюда. Да. Сейчас будет 6-я волна, ребята, а мы будем дожидаться. Кстати, мы можем еще купить... пошли, да? Я сейчас еще прикуплю кого-нибудь, потому что у меня есть как бы большое количество плоти. Так, возьмем еще арбузопульт, я думаю. Так, сюда. Так, что-то, по-моему, у нас идет не по плану.
Да, серьезно? Да. По-моему. Так, по-моему, нубик. Только у нас один стреляет. Кто один стреляет? Так, 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 ну-ка. Ты стреляешь или что? Нет! За арбузы! Ёлки-палки, ёлки-палки! За растения, они по-моему не стреляют! Ой-ой-ой-ой, растения, вы что, предать нас решили? Так не вовремя, ё-моё! Так, давай-давай-давай, нубик, я сейчас на себя агрю. Держись там, держись, сейчас я кого-нибудь так, поставлю. Так, 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 только один, по-моему, стреляет. Бомбострел, бомбострел, пошел, пошел, пошел. Так, а ну-ка. Это вот этот завелся. Так, сейчас я их, короче, буду вот так вот расставлять сюда. Парочку арбуза-пульт, арбуза-пульту сюда еще. Отхожу, отхожу, так, отхожу, так, отхожу. Так, 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 о, капец. Сюда арбуза-пульту. Нормально, и заводишь вот сюда арбуза... их, да? Ну, там парочка стрелять должна уже. Так, ну-ка, ну-ка, а арбуза-пульту еще у меня есть. Стреляют. Так, ставим одну арбузопульту вот сюда, в эту сторону. Бежим вот в этот конец теперь. Забираем здесь ресурсы. Идем сюда. Капец, так. Что происходит вообще? Полнейшая дичь. Смотри, они даже как бы вдвоем, в два бомбострела проходят полностью шестую волну. Офигеть. Ну вот как это... полностью? Я тоже тут пытаюсь. Вот это разнос. Да, Нубик, ты по сравнению с ними ничего не делаешь даже. Так. Да ладно. Оп, 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 забираем, 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 забираем ресурсики, куча у нас здесь всего валяется, хотя я не знаю, нам надо еще ресурсы, мы можем, в принципе, гранат накупить, если они там ну продаются. Ну да, можем, можем, да, всякую штучку купить. Так, ну-ка, отходим, 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 отходим вот сюда, возвращаемся к торговцу, меняем все на плоть, как обычно мы это делаем, так, меняем погнали, потом погнали, всю дальше, кожу дальше, на плоть. Давай, 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 стреляйте, блин! Давай, Нубик, давай, 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 давай. Если что, там этот, что-нибудь подойди к ним там, позаводи их. Так, ну-ка, оп. Вот так вот. Да, попытаюсь. Боевой дух поднимай. Так, это мы выкидываем вот эти вот штуки. Берем гранатки, гранатки берем. И вот туда прям, ой, хорошо, граната пошла. Так, ну-ка, на. Прям в толпу туда гранату. Вот так вот. Есть контакт. Так, ух, а нифига, ну-ка, не рванули. Давайте, давайте, попробуйте. Так, сейчас к тебе там граната летит, Нубик. Оп, я тебя засейвил немножко. Нормально, нормально. Рикошетим гранатой вот туда. Еще гранату берем, кидаем в эту сторону. Хорошо, прям идет, слышишь? Так, есть контакт. Оп. Держись, 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 так, держись там. Ну-ка, ну-ка. О, вроде че все завелись, что ли, я не понимаю. Не знаю, или пока. Нет? Пока вроде два стреляют. Так, давай, 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 гасите, ну, давай, гасите, давай, гасите. Давай, я стреляю, стреляю. Так, а не расслабляйтесь, растения, не расслабляйтесь. У нас еще впереди есть, наверное, волна одна. Ну так. Да, еще, скорее всего, да. И вроде это уже закончилось. Либо это конечное. Слушай, мы можем попробовать, наверное, сейчас вытянуть боссов сюда. Да? Вот. Возможно, они смогут, короче, растения тоже гасить боссов, и тогда мы сможем по-быстренькому их уничтожить, как бы, понимаешь, о чем ну, я, да? Ну, давай, давай, давай. Как бы нежданно, негаданно, у нас вообще-то арена, короче, быстрая, вот, потому что ну, у нас да. очень сильные растения здесь есть. Хаваем яблоки, медиксы, в общем, так, и пробуем да, туда давай, влетать. Давай, 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 давай. Нубик, смотри, так. зомби-мутант просто ваншотит, скорее всего, поэтому лучше к нему не пусть подходил. Попробует, а ну-ка давай ко мне. Я серьезно говорю, он да очень давай. Жесткий. Так, давайте, алло, блин. Стреляйте, растения. Нет, да кажется, нам нужна Кирка, кирка Нубик. Да? Кирка, кирка. Нужна? Да, нам нужна кирка. Беги за киркой, наверное. Бегу, я буду бегу, пока бегу выжигать. За киркой. О, да ему там вообще почти не наносится. Хотя нет, этому эндермену мутанту наносится. Урон. Неплохо, 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 неплохо. Так, меня не сваншотит хоть? Не, не сваншотили. Эдди нет. А вот зомби-мутант, я, честно говоря, его реально боюсь, потому что он может просто одной своей плюхой. А, что ломать, что ломать, что ломать? Верхушку, верхушку ломаю. Он сверху пройти не может, видишь? Верхушку, сейчас, верхушку. Сейчас, давай, сейчас. Давай, давай, сейчас я сюда подвожу, подвожу. О, блин, ё-моё, так, давай еще. Крипер выбежал! Крипер! Растение! Ух ты, нифига, смотри, что с ним творят! Так, 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 так. Тоже другое дело, по-моему, совсем. Не на все, его в углу зажали, зажали его в углу. Здесь просто дождь, нифига себе. И там они все горят. Ух ты, крипер сюда подошел. Так, 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 а так, ну-ка, так, давайте так, попробуйте, подойди теперь. Давай. Ну, гаси, гаси крипера. Давай, здесь давай, вообще. Давай, давай. Полный пипец. Ох, происходит. Так, арбузами, арбузами давай, в него, давай, арбузами. Давай, 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 крипер. Зашурайте. Смотри, как у него здоровье улетает. Офигеть. Так, сейчас они сюда подойдут. Оп, давай, 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 пошла жара. Ух, нифига там в него влетает сколько всего. Ага, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нубик, так, ты живой там капец, еще? Капец, тут дождь, блин, из всего. Давай, почти добили крипера-мутанта. У него давай, осталось давай, чуть-чуть давай, уже. Три, два, все. Поехали, так, кто там этим, дальше? Давай, давай, с этим, давай. С этим справились. Идите сюда. Алло, идите вы сюда, дурацкие мутанты. Так, смотри, он пройти здесь не может все равно. Нужно где-то вот сюда ему в сторону отойти. Так, так, так. Иди сюда, Нубик. Сейчас попробуем сейчас. С ними разобраться. Так. Оп, сейчас гранатку туда заметнем ему. На, вот так вот гранаты. Еще гранаты держи туда. Так, оп, а ну давай, так выходи, выходи. Не, мне кажется, он вряд ли выйдет там, потому что он очень высокий. Ладно, растения по нему и так попадают. Смотри, как у него здоровье уходит. Офигеть.
Неплохо. Ничего себе. Неплохо. 20% осталось примерно. Так, 15 так, уже. Давай. Офигеть, вот это вот битва с боссами. Вот это да. Так, ну-ка. Почти с этим справились. Осилим, давай. Давай, и так, все, добили, упал. Хорошо. Так, следующий, так. Ну-ка, финал, походи. Финал. Нубик, я тебе говорю, смотри, чтобы он очень медленный, но он реально сильный. Так, давай, я сейчас обновлю себе бусты и поехали, а ну-ка. Пусть потихоньку сначала догонит. Выманиваем. Смотри, он просто разгоняется потихоньку. Выманиваем его наружу, вот сюда на улицу, чтобы растения начали в него пулять. Так, пошла жара, пошла, а ну-ка, смотри. О, все. Они его просто, куда он, че он? А, это, походу, арбуз в него прилетел. Арбуз откидывает сильно очень. Так. Давай. Неплохо. Очень даже неплохо. А мы сейчас его и так завалим. А ну-ка, навались, давай. Давай, Нубик, давай, вдвоем, в два лазера. Он подойдет к нам. Так. Ну-ка, получай, мутировавший зомбак, а. Офигели, совсем тут, что ли, а? Намутировали и теперь захватывают весь мир в Майнкрафте. Ага, в этом. Пусть только попробуют. Все, готов. На тебе. Офигеть, вот это, ух ты, ё. Оу! Крипер мутировал, походу. Нубик, проблемы у нас серьезные. Ой. Получится, но нам, наверное, лучше срочно куда-то уходить. Нам надо валить отсюда, Нубик, быстрее. В общем, ребята, экстренное завершение серии. Крипер мутирует от дождя. Он реально сейчас взорвется, походу, надувается. Все, ставьте лайки срочно. Подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, были мы, профессионал Енот и Нубик. Всем до скорой встречи и пока. Пока, ребята, мы погнали сваливать отсюда. Пока, бежим, ребята, Нубик. Бежим. К торговцам нужно их предупредить. И убегаем. Блин, нифига, у него нога какая огромная уже.